нравится. Для того, чтобы познакомиться с медиаэтажом Юргу, наш университет посетила Наталья Паэгли, начальник управления стратегии и информационной политики Уральского педагогического университета. Ее познакомили с историей создания телерадиокомпании Юргу ТВ и подробно рассказали о работе всех СМИ вуза. Я могу сказать с большой долей уверенности, что подобных телецентров, я даже так могу сказать, телецентров, не то что нет в учебных заведениях, но я думаю, что это вообще очень большая редкость. В нашем университете создана уникальная информационная среда. 4 вида средств массовой информации рассказывают о деятельности нашего вуза не только в России, но и за рубежом, что важно в рамках участия Юргу в проекте 5100. Попадание в проект 5100 ставит перед нами новые задачи, поскольку мы теперь должны не только продвигаться на рынке российского уровня, мы теперь должны публиковаться в различных зарубежных изданиях, справочниках, попадать в эфиры зарубежных телеканалов. Это амбициозная задача, но тем не менее она нам по силам, поскольку пресс-служба на данный момент это полноценный действующий коллектив, который знает, умеет продвигать университет, и мы это будем делать в ближайшие 5 лет как минимум. Медиаэтаж Юргу всегда открыт для гостей, а сотрудники университетских СМИ с радостью готовы делиться своим опытом.